сердечно приветствую вас, уважаемый господин премьер-министр. Рад возможности повидаться во время форума, который в Казахстане проходит. Вот, с момента моего визита в марте этого года прошло немного времени, но в целом я считаю, что мы придали тогда больше активности нашему сотрудничеству. Ну и вообще визит прошел, мне кажется, хорошо. Вот, так что, пожалуйста. Сердечно вы приветствуем, министр-председател. Тук радвам се отново да ви видим. От моята визита през месец март в София мина не толкова много време, обаче мислям, че ние успяхме да придадем новия импулс на двустранното сътрудничество и като цяло смятам, че визитата била успешна. Но ваш визит сюда, в Каспийский регион, свидетельство того, о чем мы с вами сегодня говорили, что можно пытаться совместить и черноморское измерение, и каспийское измерение, особенно если это приносит дивиденды государствам, народам наших стран. Так что давайте поговорим об этом и некоторых других вопросах. Вашите визита тук в Каспийския регион говори за това, че ние можем да обединим потенциала на Черноморието и Каспийския регион и трябва да поговорим за това сътрудничество, което може да даде дивиденди за двете държави и за народите на нашите държави и нека да поговорим по тези въпроси и също така по някакви други въпроси от взаимен интерес. Благодаря, господин премьер, за възможността да разговарям отново. Благодаря вас, господин премьер, за възможност беседовать с вами снова. Щастлив съм за този първи икономически форум Каспийски и вашето лично присъствие тук, което означава, че то ще има успех. Я счастлив, възможност участвовать в этом первом Каспийском экономическом форуме, а ваше присутствие здесь гарантирует успех этому форуму. Это регион с огромными возможностями. Этот регион располагает огромными возможностями. А Болгария от другата страна Черноморе, като вход за Европа. А Болгария, наша страна, находится по той стороне Черного моря. Это как бы вход в европейский континент. Ние винаги говорим само за газ, но всъщност и самата търговия, железопътните линии, автомагистралите, морския транспорт, хъбовете за товари, които Черноморския район в наше лице и във ваше от тук на севера Руси, предполага са също огромни възможности. Мы обычно говорим по теме газа, но нужно учитывать, что торговые отношения, железнодорожный транспорт, автомобильное сообщение, морской транспорт, те хабы, которые существуют в наших странах и в Болгарии, и в России, севернее этого региона, предполагают наличие огромных возможностей. И както тук първо говорим за мир, аз винаги съм говорил, че Черно море трябва да остане зона за търговия, туризъм, фериботи, платноходи, газопроводи, зона на мир. А как здесь было отмечено, что существенным фактором является мир в этом регионе, я всегда утверждал, что Черное море должно оставаться морем мира, торговой деятельности, туризма, транспортных операций с участием паромных переправ, яхт, морем мирного развития. Спасибо, надеемся на это. Так как два работаем.